Ведомости с фронта. Наши солдаты отнесли колейное пшеломовое звеченство. В связи с этим главный штаб зажондил цапненче линии фронта всходнего вглубь нашего территории, где валка с врагом будет латвейшая и шибчей допроводит до его уницествения. А друг у деспирации империалистический наездца сформировал группу наемников до атака на наши цивильные объекты. Напасники застали блискавично повстречмани и выпарти с региона.